Сначала разминаю шею. Я всегда сначала шею разминаю. Я ее долго разминаю вообще-то. Сейчас долго разминать не могу.
когда делаю на затылок, мне хочется все время с носом поделать упражнения. Это вот что я показываю, что у меня просит мой череп с ним поделать, какие движения. Я начинаю одно, а получается, планирую делать одно, а получается, иногда ухожу в сторону куда-то.
я увлеклась, я извиняюсь. Ну, поставлю все это на убыстренную. Спасибо большое, Евгении, за программу, иншот. Я все это убыстрю, и там не будет все так долго.